Открытый телеканал представляет. Люби укоряющих и ненавидь хвалящих, ибо эти приведут тебя к жизни в будущем мире, а те сживут тебя со света. Это верно. Вообще. Абсолютно правильно. То есть те, которые вас хвалят. То есть... Да, есть много таких подобных этому. Человек должен был бы платить тем, кто его бьет, кто его ругает, и наоборот, отдаляться или ругать тех, кто его восхваляет. Ну, это почти невозможно, эту науку. Если тебя... Если он настраивает себя правильно на сокращение экран, то это то, что он делает. То есть, если он на Творца направляется, да? Да. То тогда тот, кто тебя ругает, ты его благодаришь. Ну, мы не благодарим его на самом деле так в жизни, но он испытывает при этом огромную помощь от Творца в том, что через кого-то слышит такие антивосхваления. Даже где-то написано вот в услышанном шамате, что каббалисту хорошо, когда его унижают. Ты когда же? Он совсем вообще... Да-да-да. Хорошо. Да? Это не мазохизм так хорошо себя чувствовать, когда тебя унижают? Нет, он же не наслаждается этим. Он наслаждается тем, что с помощью такого вот якобы унижения он может приблизить себя к Творцу. Это же огромная помощь, когда эгоизм принижают. Но обычно показывают снаружи совершенно другую картину. То есть? То есть он может при этом, если это настоящий каббалист, он при этом может возмущаться и возражать. Злиться, а внутренне благодарить? Конечно.